В Одинцовском городском округе идет работа над объектом незавершенного строительства – долгостроем физкультурно-оздоровительным комплексом, который располагается у деревни Раздоры на Рублево-Успенском шоссе. 27 мая состоялось выездное совещание с участием председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко, представителей компаний, застройщика и инвестора. Осмотр объекта показал, что готовность здания составляет 80%. Планируемый срок окончания строительства ФОК – третий квартал 2021 года.